Думаю, это лукавство. Лукавство, что у нас нет целей. Мы с вами живые существа, у нас есть потребности. Вот. И поэтому, конечно, у нас есть желание какое-то. Другое дело, что вы его не осознаете. Почему? Значит, потому что у вас могут быть какие-то рациональные установки, которые вам говорят, что это невозможно, там, это не твое, или наоборот, тут очень много работы, тебе надо будет это делать, и вы думаете, это надо, и так далее. То есть есть какая-то когнитивная преграда, которая не позволяет вашему желанию, так сказать, конденсироваться и на что-то направиться. Вторая проблема, которая у вас может быть, это то, что у вас есть негативный опыт прошлых фрустраций всяких разных. Вот строили отношения, и они разрушились. Строили отношения, и разрушились. И вы думаете, ну зачем мне строить отношения, чтобы они снова разрушились там, и так далее. Ну, вот. Но здесь, тут вы, конечно, сами выбираете, понимаете. Но если у вас есть потребность в отношениях, ну, значит, просто давайте анализировать, что делать не так. Может, выбирали там не тех, не то. Может быть, еще что-то. Но тоже возможность поразмыслить, так сказать, и увидеть, как можно поменять. Что эту граблю наступал. Ну, как бы, ну, отодвиньте граблю, переверните ее. Там же какой правильный ход. Переворачиваешь граблю, все, уже жизнь налаживается. Вот, надо вам, может, как-то поменяться.